Что касается Нового года, да, есть мнение, что якобы в этот момент экономика замедляется, что люди покупают меньше. Но я с этим категорически не согласен. Да, мы по-прежнему едим хлеб, пьем молоко, пьем воду, мы что-то потребляем, мы ходим в кино, мы ходим в театры, мы покупаем какие-то путевки куда-то. Просто деньги перетекают из одной коробочки в другую коробочку. То есть это все те же самые денежные потоки. Просто здесь продается меньше, здесь продается больше. Что-то наоборот, на Новый год, если я продаю, допустим, фейерверки, к примеру, я заработаю кучу денег, если бы я их продавал. Так что дело не в Новом годе. Где я буду праздновать Новый год? Ну, последние 7 лет я это делал за границей. Где в этом году буду, не знаю, пока не решил. Скорее всего, либо Таиланд, либо Марсалам.